Ну как вы вкратце, как сегодня игра? Ну, явно не сложная. Не, почему? Игра была сложная, несмотря на счет. Соперник тоже и бьется, и может играть в футбол, в принципе. И сегодня было, мне кажется, первые минуты тяжеловато. Просто использовали свои моменты, забили быстрые, можно сказать, голы. Ну и победили. Что можно сказать? КПД сегодня хороший, действительно. Да. Все, что могли, забили. Да. А во втором тайме, вот после 4-0 перерыва, а во втором тайме только один гол, хотя два форварда играли. Ну, уже все равно немного, может, подустали. И как бы все равно расслабление, может, какое-то и было, то, что 4-0. Ну, и поэтому, наверное, реализация чуть слабовата была во втором тайме. Спасибо, хорошо.